Здравствуйте, дорогие друзья. Копа Америка приближается к развязке групповой стадии. Потихонечку мы узнаем. И вот если Аргентина обыгрывает Катар, а Парагвай с Эдуардо Берицо, который на ваших экранах справа, тут и мучилась и никак не могла запихнуть мяч в ворота катарцев. И в конце концов гениальная передача Хамеса Родригеса. Заглянуть в турнирную таблицу. Колумбия 6 очков, Парагвай 2, Катар и Аргентина по одному очку. В центре обороны Хуниор Алонсо, номер 13, Густаво Гомес, номер 15, капитан команды. На плане чего не судил. Хони Босио Манкада из Перу и Виктор Райс из Агиры из Перу – это ассистент. Опасный момент для Рлиз Гай Колумбии, поэтому в четвертьфиналу Давид Оспина должен вернуться. А пока подача в штрафную площадь Парагвай. Не играет сегодня центральный нападающий Сантандер. Вместо него ветеран до четвертьфинала. Так вот, он забили ни одного мяча. Ну и здесь будет сыгран четвертьфинал. А так вообще 5 матчей. Эта арена знавала много всяких интересных событий. И Рохасу заехали по ногам. Одному из... для них выстелена просто ковровая дорожка для того, чтобы пробиться в плей-офф. И каждый из них перед Копа Америка провел только по 4 товарищеских матча. Правда, с разными результатами. Заброс мяча в штрафную площадь. Колумбийцы вот так вот быстро разыгрывают. Подбирал достаточно долго сенговать соперника рядом с его собственной штрафной площадью. Великолепно это делает Куэльяр. Ворота аргентинской сборной. Ну а как собирается Парагвай доставлять мяч вперед? Кардоса пока... Кардоса уже как новенький. Побежал к штрафной площади. Заигрывается Кардоса. Бил в касание. Я думаю, что мы уже вполне могли бы увидеть забитый мяч. Очень неплохо колумбийцы играют вторым составом. Хуан Рохас — это типичный опорник. Такой крепко сбитый парень. Матиас Рохас более маневренный футболист, который блестящий абсолютно преодолевает дистанцию с мячом и без мяча. Пожалуй, самый скоростной игрок в составе парагвайской сборной. И это именно он. Ну, Дерлис Гонсалес, наверное, тоже с ним может побороться. Кардона, наверное, будет навешивать. А кто же еще? Пока парагвайцы отбивают очень острыми в атаку. Особенно это касается Тесильо. Тесильо и Медина. Я их именно имею в виду. В составе сборной Колумбии. Хорошо двигаются колумбийцы. Хуниор Алонсо отыграл налево. Хорошая передача в цинало. Тогда был Тата Мартино тренером. Хорошая передача Борха. И почему он стал передачу делать на Фалькао вместо того, чтобы пробить? Неужели так силен? Длинная передача футболиста. Ну, Карлош Кейруш, ясное дело, по-другому совершенно встает угловой. Игра рукой, по-моему, была. Ух ты! Как... Итак, Рохас навешивает. Отлично двигаются. Мы видим, что некоторые футболисты вроде Луиса Диаса и Кристиана Борки так вообще стараются доказать, что они этому всячески... пытаются нанести урон друг другу футболисты. И вот Такель Фалькао, включая и отбор. 2-1. Ариас, перевод. Нужно бить по воротам колумбийцев. Гол! Колумбия открывает счет. И автором этого гола становится Густаво Куэльяр, который играет за бразильский клуб Фламенго. И просто рвал и метал после матча с Катаром. Поскольку ведь Парагвай, обыграя он Катар, уже не имел бы его. Я заглядываю в матч, который проходит параллельным курсом между Аргентиной и Катаром. Но Олимпия 7 раз сыграла в финале и 3-жды выиграла. Фалькао решает пробить издалека ногой. Хорошая позиция была. Никто особенно и не имеет подобные ошибки. И одна из них, мы видели, стоила уже пропущенного мяча, когда Фалькао накрыл соперника. Борха тем временем добрался до угла. Кстати, Луис Диас, мы видим, освободил ему место. Как это все организовывается будет? Великолепная передача. Снова Борха находит свободное пространство. Действительно, очень медленно парагвайцы соображают. Но вот Альмирон всегда соображает быстро. Его еще и ноги тащат вперед. По-моему, штрафной Альмирон зарабатывает. Потому что там команда слабо провела квалификацию к чемпионату мира. Ух ты! Приятное впечатление в этом матче.
победа в официальном матче сборной Парагвая. Гуарани. Можно оказаться на площади трех границ. Трес Фронтерос она называется. И смотрелись хорошо. Снимает мяч, нужно развернуться, еще и неточный пас. А колумбийцы в контратаку бегут хорошо, но время закончено. 20-й минуте, второй тайм, поехали. И сейчас мы узнаем, кого же. Колумбии мы видим, 59 на 41. И моментов-то не прибавилось. Ну вот, передачу сделал. Это Домингес по 19-м номерам справа, Гонсалес 10-й, Альмирон 23-й и Кардоса. В опорной зоне Лерма 16-й. Куэллер 18-й, Кардона номер 8-й, Куадрада 11-й. Не сделали ни одного точного паса друг другу. Ну и не забываем, что Радамель Фалькао наряду с Хамесом Родригесом входит в число лучших трех бомбардиров сборной Колумбии за всю историю. А у нас желтая карточка. Предъявляем. Подача Куадрадо. Что Кардона хорошо видит поле, мы знаем. Тяжеловато он, конечно. Понятно. Выглядел довольно справедливым итогом. Подача Куадрадо. И что показывает? С учетом тех проблем, которые сейчас и есть в парагвайском футболе. Команда, конечно, крепкая. Интересная. Который остался в этой сборной. Опять Кардона. Забрасывает мяч на Хуана Куадрадо. Ох, Фалькао сейчас делает передачу. Луис Диас, да, я так понимаю, это спешит. Все, сегодня третий матч за сборную. Ну а Колумбия продолжает искать шанс, который сегодня игру, мне кажется, не слишком попадает. Кардона может перейти на фланг. Хамес Родригес будет играть на позиции под... Прихват мяча Лермана Кардону. И гол должен быть! Хамес! Остается полчаса. А так выходит, что Колумбия. Хамес, подача. Ух, какой удар. Видели, к чему это приводит. Гомес. Этому форварду. Дерлис Гонсалес. Ну, пожалуй, это главное. Спокойно получить те же 6 очков, что и Колумбия. И вообще Аргентину уже закрыть, по сути, для Копа Америка. А так могут оказаться сами на третьем месте. И есть... Совершенно верно. Дуван Сапата блестяще провел. Хамес, мы видим, спокойно в центре. Пока дирижирует игрой команды. Передача от Фалька. И, глядишь, в свои 28 лет... Вытеснит Фалькао из состава, но на Копа... Да, раскидывают очень здорово и Кардона, и Хамес в сегодняшнем матче. Кардона просто издевается. Лерма возвращает мяч Хамесу Родригесу. Ариас открывается, опять вырезает, так же, как и в матче с Катаром. Хамес, гол! Луис Диас, а Хамес Родригес в очередной раз повторяет фокус из матча против Катара. 2-0 Колумбия. Просто разрывают на части парагвайцев в какие-то отдельные моменты колумбийцы. И мы помним, что и голу Куэллера предшествовала вот эта активная такая часть игры. И вот Хамес блестит этот гол. Наверное, подозрение, что Луис Диас находился... В офсайде. Не знаю, на этом повторе не видно, чтобы решение принял. И гол не засчитан. Игра рукой приводит мяч на противоположный край. Но это, конечно, никуда. Возвращает ему мяч Кардосо. Мы переправили мяч. Пирес, наконец-таки, проникающая передача проходит. Дерлис Гонсалес и Ариас, придя оттуда из обороны, моментально туда летит Луис Диас, Сапата, Хамес. Можно бить Хамесу. Оскар Ромеро. Оскар Ромеро запомнился тем, что играл... Видите, какую передачу отдает хорошую на противоположный край. Побежал даже открывать штрафную площадь. Подача!
Ромеро. Великолепно Ромеро играет. Посмотрите, сколько много пользы.